характер игры в первом тайме, где до перерыва. Ты попили воды! Да какая вода! Красотень за красотенью! Сегодня не мощнейший выстрел с левой ноги в девятку, как радость капитан Краснодара. Хороший навес. О-хо-хо-хо-хо! Шикарнейший гол под перекладину. Заколачивает четвертый номер Хайфа. Но до интервью осталось времени совсем немного, потому что еще время добавлено. Позади. О, как красиво! На десерт предлагается нам такой шедевр от вот этого парня, которого сейчас все поздравляют. Воу! Эмиль Ганеев, номер 23. Мяч так слегка свалился у него с ноги. Метров с 20 отправил он его. Правый для себя, левый для голкипера, верхний угол. Всех любили, никого вниманием не обцепили. Длиннющий удар! Мама моя, что это было? Я не верю в то, что вижу. Но это чудо-гол. Это шедевр. Ни фраз, ни слов, ни междометий. А вот Демян. Вот. Девятый номер. Он получил желтую карточку в самой концовке первого тайма. Уголки перейдет первый. Я уже обозначил Максим Богданин, 19-й, дальний удар и гол! Акрона, первый мяч! Какой мяч! Мы так должны были забивать, такие эмоции должны вызывать мячи, которые долго шли на институт. Дима Верхин застоялся просто-напросто. Не вошел во второй тайм, не ожидал.